Элитный жилой комплекс «Резиденция Тверская» располагается на 2-й Брестовской улице в Тверском районе. Это исторический и культурный центр столицы, известный своей узнаваемой архитектурой, невероятно красивыми и ухоженными природными зонами и известными далеко за пределами страны достопримечательностями. Именно здесь находится большинство административных зданий Москвы. Богемный и респектабельный Тверской район никогда не спит. Здесь круглосуточно кипит жизнь и проходят самые интересные события. 12-этажное здание в стиле хай-тек с панорамным остеклением гармонично вписывается в деловые столичные кварталы. Нижние 5 этажей занимают коммерческие и офисные помещения. Выше находятся квартиры и пентхаусы с индивидуальными террасами. Дизайн внутреннего общего пространства имеет одну интересную особенность – роскошный атриум с 20-метровым водопадом и ухоженным зимним садом. Застройщиком является Техноком Трейд, компания, качество и надежность работы которой проверены временем. Резиденция Тверская – ее флагманский проект, полностью превосходящий все возможные ожидания. При строительстве объекта застройщик постарался учесть каждую деталь, чтобы жизнь в этом жилом комплексе была беспроблемной и максимально комфортной. Трехуровневая система контроля доступа в комплекс обеспечивает проживающим высокий уровень безопасности. Система «Умный дом» позволяет управлять текущими бытовыми процессами. Целых 4 современных скоростных лифта известной марки «Шиндлер» гарантируют безопасное и удобное передвижение. Многоуровневый автоматизированный паркинг располагает местом для 134 автомобилей. Жилой комплекс оснащен самыми последними технологиями и инженерными решениями. Жилой комплекс «Резиденция Тверская» имеет прекрасную транспортную доступность благодаря Садовому кольцу и 1-й Тверской-Ямской улице. До ближайшей станции метро «Маяковской» можно дойти за 3 минуты. Кроме того, на территории комплекса есть собственный велопрокат. Провести досуг с пользой можно благодаря многочисленным культурным и социальным объектам. Концертный зал имени Чайковского, театр «Сатиры», цирк Никулина, планетарий, зоопарк – любимые многими москвичами места для отдыха. Еще можно посетить Кремль, прогуляться по Триумфальной площади или по парку Патриаршей пруды. Словом, скучать не придется. Что касается образовательных учреждений, в этом районе их очень много. Муниципальные и частные детские сады и школы, гимназии, развивающие языковые центры. Особенно стоит выделить лицей номер 1574. Это уникальное учебное заведение, в котором открыт сильнейший химико-биологический класс. Сюда приходят вести дополнительные занятия лучшие преподаватели из университетов. Класс оснащен современным оборудованием и позволяет максимально глубоко вникнуть в обучающий процесс. Среди высших учебных заведений выделяются Литературный институт и известная школа-студия МХАТ. Это престижное место, которое имеет хороший рейтинг и помогает молодым людям раскрыть свой творческий потенциал. В Тверском районе сосредоточились муниципальные клиники, крупнейшие медицинские НИИ, реабилитационные центры. А еще клиники областного значения, например, детская филатовская больница, в которую приезжают за помощью со всей страны. Здесь работают высококвалифицированные доктора с большим опытом работы, для которых медицина – это призвание. Жизнь в одном из самых фешенебельных районов Москвы наполнена самыми яркими красками. Это уникальное место, которое сочетает в себе самые модные престижные локации и многовековую историю, создавшую неповторимую атмосферу. Если вы желаете окунуться в нее, квартира в жилом комплексе «Резиденция Тверская» станет для этого самым лучшим решением. Агентство недвижимости «Чесноков» является экспертом данного проекта. Тысячи семей сделали правильный выбор с помощью наших специалистов. Каждый из них получил удовольствие от выгодной покупки, а также сэкономил время и деньги. Помощь в подборе подходящих вариантов осуществляем бесплатно. Номер в описании. Добро пожаловать, друзья!